Тём, ну, для начала, если можно, итоги встречи с «Авангардом». Что получилось, что нет сегодня? Не так тяжело сказать, что получилось, что нет. Я считаю то, что должны были сегодня выиграть. Думаю, то, что за такую самоотдачу, за такое желание, по крайней мере, это уж точно в третьем периоде, она и должна была заходить, она и зашла. Мы сравняли счет в овертайме. Были пара моментов. И все-таки до конца верили в то, что выиграем. Потому что, как сказать правильно, ну вот, когда такая энергетика уже идет, думаешь, что выиграешь, обидно проиграть этот матч. Чего не хватало в двух стартовых периодах? Казалось, что вот в атаке чуть-чуть вот того задора не было, который появился в третьем игровом отрезке. Да, действительно, чуть-чуть его не было. Я думаю, даже просто мы недостаточно бросали и недостаточно там угрожали, там, неважно, игрок шайбы, без шайбы, своим открыванием и так далее. Поэтому в третьем периоде показали, может быть, лучший период в сезоне на момент, наверное.